be nothing. Приветствую всех зрителей и гостей нашего канала. Итак, мы продолжаем работу с нашей подпорной стенкой. В прошлый раз мы остановились на том, что приготовили опалубку и залили смесь сверху. А сегодня мы убираем опалубку и цементируем саму стену. Если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы увидеть новые видео, посвященные ландшафтному дизайну, растениям и благоустройству участка. А также, если видео вам понравится и будет полезным, ставьте лайк, нам будет приятно. Чтобы поверхность сверху осталась ровная и чистая, мы закрепляем на ней доски по уровню. Немного подчищаем цемент там, где это необходимо. Готовим смесь. Сегодня добавляем и звездку. С ней смесь получается более светлой и более вязкой. Добавляем эмульсию, которая улучшает качество цементного раствора. Цемент. Добавляем воду, щебень и песок. Очищаем вдоль стены. И наносим первый слой раствора.
Я тоже не удержалась и решила попробовать нанести смесь на стену. Новый опыт, новые ощущения. Мне понравилось. По-моему, для первого раза очень даже хорошо получилось. А теперь наносим второй слой раствора. Друзья, если вы еще не подписались на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарии под видео.
посмотрите, что у нас в итоге получилось. А мы увидимся с вами в новом видео на канале Тати Гео. Пока-пока!